Пятигорске завершился 4-й фестиваль «Времена года». Конкурс отличителен своими широкими возрастными рамками. Самому маленькому участнику только 3, а состоявшемуся артисту 45. Точно так и не лимитируют творческие возможности. Каждый раз программа расширяется. На последнем дне танцевальных соревнований побывала Валерия Поддаева. Этот конкурс практически младенец, но почти состоявшаяся личность. По его итогам и положительным отзывам «Времена года» могут быть признаны фестивалем официальным и внесены в годовой план Краевого министерства культуры. Очень хороший рост. Если на первом конкурсе в июле 2011 было 130 человек, в октябре было 480, в январе было бы около 700, если бы не морозы, но прибыло 520. Ансамбль «Карамельки» из села Александровского коллектив совершенно разный. Настя хочет быть учительницей, Вика уговорила плясать в кокошнике, похожем на банд «Бабушка», а у Кати вообще свой взгляд на всю эту хореографию. Хореография – это для меня все, потому что хореография – это хорошие танцы, и можно похудеть. А вот танцевальный коллектив села Просковей решились на серьезный номер. Здесь стеснение не живет. Сказали быть клоуном – значит быть клоуном, даже несмотря на то, что ты девушка. Раньше нас было 9 чисто с конфетти. Да. Потом поуходили, мы остались. В коротких перерывах председатель жюри, сама лауреат 45 конкурсов, Ирина Нужина дает советы. Нашей сцене не хватает искренности и душевности. Все хотят эстрады, а хочется живого творчества, говорит композитор. Настрой должен быть у ребенка такой, что он хочет чего-то добить, а не так, что родители, там, мама, папа привели его на занятия, сказали, занимайся, а ребенок сам не хочет. А, конечно, с таким настроем ты ничего не добьешься. Ну, а если стремиться, и если работать над собой, то все впереди, и все можно достичь. Ее первый конкурс состоялся 22 года назад в Украине. Тогда они с сестрой еще не понимали значимость в жюри самой Аллы Борисовны Пугачевой. Заняли 2-е место, старались. Сейчас она сама, конечно, не примадонна, но глаз почти алмаз. И многие начинающие артисты найдут свое время года в музыке. Валерия Поддаева, Владислав Масиенко, СТС КМВ.